Сейчас ищу. О, вот иди сюда. Ходит на меня ночью, здесь нападает. Ну и кто теперь здесь крутой, а? Кто здесь крутой? Точно не ты! Точно не ты! Ну ё-моё. О, друган идет. Пойдем к нам на чай. Ну ё-моё, да? Ну давай, заходи, братан. Чаек будет? Что? Какого фига вообще? Почему он просто зашел и наперся? Смерть, какого хрена? Так, а где это я? Я не путь. А как я сюда попал? Привет! Ты что такое? Меня Смертик зовут, а тебя? Ну ладно, не хочется со мной общаться. А почему все такое квадратное? Как мне здесь выживать? Как я здесь оказался? Привет! У тебя галстук или бабочка это? Ну, барашки. Здрасте, барашки. Пойду погуляю. Интересно, здесь есть какие-нибудь люди? Я обязательно их найду. Так. Поляночка какая-то. А! Кто орёт? Стоп! Это чё? Это чё, чайка, что ли? Посадки! Привет! Привет! Я Смертик, а ты? А! Ты, не надо, не бей меня, мне же больно! Я Смертик! Прости! А ты кто? А, Максик, ты давно был в психиатрической клинике? Недавно. Ну, по тебе и видно. Так, Максик, давай дружить. Так, Максик и Смертик. А мы где вообще? Не знаю. Да что с тобой не так? Тебе, может быть, грибочков поесть? Хотя ты, походу, поел уже. Грибочки? Грибочки. Нам нужно найти еду, Максик. Максик, давай искать. Подожди, ты серьезно? Ты сейчас рукой взял? Обалдеть. Мы строители. Иди сюда. Иду. Иди сюда. Мне туда? А, здесь темно. Что ты делаешь со мной? О, почему ты вечно издеваешься надо мной, Максик? Ничего такого. Ничего. Да ладно. Куда мы пойдем? Нам нужно найти дом. Без дома как-то жить вообще не весело, я тебе скажу. Мне кажется, он какой-то дурачок. О, ты слышал это? Подожди. Здесь что, живет, что ли? Фонтанчик. Фонтан? Подожди. Здрасте. Вы в курсе, у вас глаза нет? Походу, в курсе. Максик, это твои сородичи? Ты отсюда сбежал? Нет, это враги, надо убить их. Убить? То есть их надо бить, а вдруг они хорошие? Неважно. Неважно? Надо нам, наверное, пойти отсюда. Он их всех убьет. О, рыбка. Рыбка? Рыбка. Хорошо, когда есть рыбка. Плохо, когда нет рыбки. Подожди, она ж не жареная. А пестрохоз будет. Фу. У тебя слюна, надо вытереть. Не надо! Почему ты постоянно пытаешься на всех напасть? Зачем ты их бьешь? Смотри, я яичко нашел. Максик! Максик, у меня есть яичко. Ой, извини. Ты убил ее! Ты убил ее! Мы пойдем дальше от этой деревни, ты убьешь всех. Не надо, Максик, они все хорошие. Максик! Максик! Гады! Максик, какого фига? Пошли, Максик, пошли!
Пошли куда-нибудь. Нет. 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 Почему нет? Еда. Люди. Еда, люди. Ты предлагаешь нам здесь... Это мой дом. А ты ипотеку оформил? Ипотека оформил? Или нет? Как-то невесело. Походу оформил. И куда он спрятался? А почему я... Ипотека! Ты предлагаешь нам здесь, жить здесь? Не знаю. Можно. Максик, а почему все люди такие квадратные? Потому что ты круглый. Я круглый? Я не круглый. Я хороший. Подожди. А мы с тобой не братья? Бы... Мы с тобой немножечко похожи, кстати. У меня нет такого брата. Дурачка. У тебя нету брата-дурачка? Ты обозвал меня дурачком. Ты плохой, Максик. Нет. Я не плохой. Я очень хороший. Смотри, Максик, барашек. Хороший барашек. Дай-ка я тебя поглажу. Зачем ты бьешь барашка? Не надо его бить. Пожалуйста. Он хороший. Барашек. Барашек. Да, мертвый барашек. Хороший барашек. Его скушать можно. Да. Я начинаю привыкать к твоему миру. Мне здесь, возможно, даже понравится. Я только не помню, кто я и откуда. А зачем ты воруешь сено? Иди сам накоси. Ничьё сено. Ничьё сено? Так это их сено. Вот он стоит главным. Я его... А я ухожу. Я побежал отсюда. В фильме «Мстители» видел. Тоже в этой же штучке был. Куда ты побежал? Максик, хватит все уничтожать. Тебе помочь? Ты меня попроси, я тебе помогу. Труд, он как бы это помогает. Кто помогает? Труд. Пруд. Пруд. Так ты оформил ипотеку или нет? Хороший. Корова. Слушай. Добывать, не бей коров! А добывать мясо это весело. Только ты забрал все мясо. Нельзя! А кого можно? Нельзя бить коров. А кого можно бить? Я скажу, кого можно. Ты теперь мой... Ты теперь под моей опекой. А, ты я по твоей ответственности. Хорошо. А то я даже не помню, кто я и что мне нужно делать. Вот тут будем строиться. Здесь? Давай. Тебе чем-нибудь помочь? Деревья. Деревья? И что деревья? Добывай деревья. Чем? Все надо делать за этих... Сейчас я тебе сделаю то, что надо. Давай, сделай. Надо же быть умным таким. Ну, у тебя по слюне изо рта видно, какой ты умный. Это, видимо, здесь ум показывает. Так, так, я не вижу деревьев. О, пещера. Так. Пещера, да. А деревья далеко. Очень далеко. Я пойду пока подобываю. Слушай, Максик, а у меня такой вопрос. А как мы с тобой общаемся, находясь на таком расстоянии друг от друга? Кто его знает? Я тоже не знаю. Я начинаю что-то вспоминать. Меня раньше называли дурачком. А я вот дерево добываю, значит, я не дурачок. О! Мне дали какие-то рецепты. Я что, алхимик? Я не похож на алхимик. Походу, ты похож на дурачка. Ну, не надо так. Я хороший. Смертик работает. Работай, смертик, работай. Вот смертик работает, смертик хороший. Смертик не работает, смертик нехороший. Смертик, а не смертник. Смертик. Смертик. Смертик, 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 смертик.
Извини, у меня бывают заскоки. Ты заметил? Ну, я по тебе тоже заметил. Что ты по мне заметил? Что ты тоже дурачок. Надо спать. Спать? Надо спать. Подожди, спать. У нас же дома нет. Как мы будем спать? А мы переночуем у жителей. Ну, а так можно? То есть так мы просто заходим и ночуем? Да. Давай, надо спать. Как-то странно. Подожди, я тут дерево добыл. Куда же он лег спать, интересно? А, вон моя деревня. Надо назад. О, свинюшки. Извини, малой, но ты останешься без мамы. Извини. О, здрасте. О, я друзей нашел. Пойдем. Где этот дурачок? Так, где моя деревня? Так, о, их тут много друзей. Привет, я Смертик, а вас как зовут? Сейчас приведу. Ой, зачем по мне стреляются? Не надо по мне стреляться, это ведь больно. Это... Ой-ой-ой, тут паук еще какой-то. Сейчас приведу домой новых друзей. Я заберу у тебя это. Так. Я не знаю, кого он заберет. Так, а где Максик? Максик. Это не Максик. Ой! Ё-моё! Что? Ну, тут, походу, это, в ипотеку кто-то зря квартиру взял. Я друзей привел, Максик. Вот они и ходят. Каких друзей? Ты дурачок! А кто это? Ай! Я думал, они хорошие. Ай! Домой! Больно. Домой! Домой! В чей дом? Так, я зашел в чей-то дом. Я буду жить теперь здесь. Там, походу, кто-то готовил. Там что-то взорвалось. Возможно, даже газ. Наготовились. Опа. Нифига себе. А чему надо? Мясо бы пожарить. А печки нет. Придется сырое есть, как я привык. Чуть не наелся. Максик, а ты где? Я спрятался. Куда? Привет, в окошко глянь. Я смотрю. А, вон ты, Максик. Привет, Максик. Как твои дела? Хорошо, если б не было тебя. А, как тебе мои новые друзья? Вон, зелененькие ходят. Они тебе понравились? Лучше б нашел нормальных друзей. А, это ты про себя сейчас? Максик, я бегу. И друга с собой возьму. Пойдем, дружище. Какого привет, друга? Макс. Его Степа зовут. Степ, пойдем в гости. Это Степа. Познакомься. Не бей Степу. Степ хороший. Хороший Степа. Мертвый Степа. Вот дружить с такими Степ. Людьми. Ну, а что поделать? Иди в ту... Иди в тот дом. Иди в тот дом. Какой иди тот дом? Иди в тот дом. Какой вот тот этот. Дом? Вот этот. А спать некуда ложиться. Там кровать! А, я лягу, посплю. Я сейчас лягу. Давай, сейчас. Ложись. У меня какие-то странности перед глазами. Мне какие-то цифры и буквы снятся. Я боюсь. Ты программист? Что такое программ? Что? Какой еще ИСТ? Сам ты ИСТ, иди отсюда. Ясно. Что тебе ясно? Ничего. Ничего не ясно. Значит, жизнь прекрасна, что? Если ничего не ясно. Дурачком проще жить и быть. И долго мне здесь лежать? Сейчас, погоди. Хотелось бы уснуть. Я с топориком сплю. Ну так, на всякий случай. Нифига, я даже не понял, как я уснул. А так происходит? Максик. Что? У меня это... О, смотри, привет.
Он не рычи на меня. Зачем он на меня рычит? А тут... О! Это, наверное, шахтеры какие-то местные, да? Именно. Смерть, так. Иди ко мне. На, возьми. А я тебе дам вот это. Нифига себе. Я обокрал кузнеца. Ты обокрал кузнеца? Да. Смотри, с утра кузнец придет, сводит, и не будет у тебя больше друзей. А зачем мне друзья? Я тут ночью водил кого-то к этому домику. Друзей. Братан, извини. Странные у тебя друзья. Нет, у тебя больше домика. Тут приходил кто-то. Он рычал, потом как бух! Страшно. Надо ему помочь. А то у него кровать там. Как ему заходить? Вообще не весело как-то. Так. Так. У меня закончилось. Ну все. Принимай работу, почти как новенький домик. Где он? Твой же домик, да? Иди, смотри, он как новенький. Я починил, я сделал. Мне кажется, он на меня обиделся. Я думал, может, у него к нему друзей можно вводить. А-а-а! Я сделал. Я что-то что много... ты опять сделал? Я не знаю, опять пришел кто-то, и он это. Он все. Ну он что? Он взорвал все. Я чиню, а он ломает. Ломать не строит! Что за фигня? А-а-а, приступы! Извини, у меня бывает. Мне все ломают. Так. Еще! Досок! Еще! Дерево! Еще! Тащи! Че говоришь, еще туса друзей? А, досок! Каких тус? Досок! Хорошо. Так, я ему домик починил. Принимай работу. Слушай, я нового друга походу нашел. Он только со мной общаться не хочет. Он бежит куда-то. Я тоже бежал, я спидел. Он какой-то фигней в меня кидается. Это, наверное, самогонщик дед местный. Самогон нагнался, опять с утра напился и ходит здесь. Людям мешает. А мы тут, между прочим, заняты. Мы пытаемся начать новую жизнь. Хотелось бы начать новую жизнь. Так. Ага. Так. Красивый дом. Ты про тот дом, который я отреставрировал? Нет, это ужас. Я про свой дом, который я делаю. А ты меня пустишь туда погреться? Подумаю. Молодец, подумай. А может и нет. На меня почему-то этот дед до сих пор смотрит. Ой, а у меня топорик сломался. Максик, не ругайся, топорик сломался. Новый топор дам. Новый-то? О, откуда у тебя новый-то? Ты так прекрасно выглядишь. Ты прям офигенно что? Выглядишь. Я знаю. Ты красивый. Восхваляй меня. Восхваляй тебя. О, велик. Это что? Это хлеб? Испек хлеб. Нифига. На еще. Нифига ты молодец. 30 буханок? У меня больше в карманах. Так, ты дерево просил. Да. Но есть чуть-чуть дерева. Чуть-чуть досок. Сырая свинина. Ну и земля. Вот же сундук! Могилу себе выкопаешь. А что? Я тебе выкопаю могилу. О, ништяк, хоть трудиться не придется. Тоже хорошо. Слушай, много здесь таких деревень? Достаточно. Достаточно? Достаточно для кого? Для меня. Для тебя? А ты тут какой-то местный божок? Или кто ты?
Ну ты ж восхваляешь меня? Не, у меня просто у друга фамилия Божок. Или ты про что подумал? Как. Вот значит как. Окей, я тебя понял. Угу. Так, ладно, закопайте. Максик, так, много дерева надо, нет? Нет, немного. А почему здесь эти утки ходят в бабочках? Ой, извини, мне нужнее таковы правила этого мира. Выживает сильнейший. Потом он достроит дом, я убью Максика, у меня будет свой собственный дом. Ну хорошо, как я... У пойду. Меня меч каждую ночь под подушкой, только попробуй. Подожди, он меня слышал, что ли? Это не весело как. О, я яичко нашел. Может быть, еще такого же Максика сделаю из яичка. Мне кажется, минимум два надо яичка для этого. Как-то тихо. Очень тихо. Да, я думаю, как тебя убить. Не надо меня убивать, я хороший. Ну ты ж меня хотел. Я вот не... это нельзя. Тебе показалось, не это не я. Это не я. Это не я, пожалуйста, прости меня. Не прощу. А кто простит? Так, корова. Кто-нибудь да простит. Слушай. А что за звуки? Там что, шахта где-то рядом? Корова. Ты такая хорошая. Аж убивать тебя не хочется. Извини. Она ведь не настоящая же, да? Она просто исчезла. И дед самогонщик куда-то ушел. О! А нам шерсть нужна же? Да. Сейчас я принесу шерсть. Сейчас я все принесу. У меня есть топор. Значит, я самый крутой. Я могу убить всех. Я буду вообще здесь самый главный, Прям самый. Смертик, нельзя. А я научился. Ты слишком агрессивный! Я у тебя научился. Мне ремень сделать, да? Ну зачем? У тебя что, штаны спадают? Максик? Максик! 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 Максик жив! А, Максик жив. Максик! Ладно. Я нашел под домом просто глубокую пещеру. Сейчас вернусь. Погоди, сейчас. А, я неправильно. А надо как, в сундук скидывать или сундук как себе да. В карман? А, вон ну как это. Сундук! В сундук, да? Хорошо. А я думал наоборот. Что я тебе сделаю наоборот. Ближе к сердцу, потеплее было. А ты что тут делаешь? О, там глубоко. Там реально сильно глубоко. Так. Ой! Что? Извини. Извини. Я просто хлеб хотел поесть. Да, я тебя понял. Стрясни с глаз моих! Хорошо, я буду нести смерть этому миру! Так я понял, надо кое-что сделать, срочно. Надо тебя наказывать. Наказывать? Смотри, овечка. Опа! Нет овечки. Лошадь. Да я сяду на тебя. Поскакали! Поскакали-ма, давай, скакали-ма, Не хочешь, да? А я с топориком по темушку. Может быть, мы поскачем тогда куда-то, а? Ага, на небеса кто-то поскакал, да, видимо? Не хотела она кататься. Подожди. Кто-то пукнул, что ли? Кстати, темнеет. Да, кто-то пукнул. Так и думай.
Так и думать, хорошо. Аж здесь воняет. Так. А, я ж ничего не это добыл. Это просто от тебя. Зачем я домой пошел, если ничего не добыл? Так, а кровати? Ты давай, давай, делай, строй. Я тут самый главный буду. Я тут сейчас все узнаю. Самый-самый буду главный. Я надеюсь, он меня не слышит. Так, вы тут Смертик. Живите. Да, да, Максик, Максик. Да, ты где? Я скоро вернусь. А когда я вернусь, тебе не жить. Не надо так, я хочу жить. Я не хочу. Перехочешь. Перехочу? Почему это? Максик, как ночь тебе? На дворе. Да ну нафиг. А ночью должны сидит? Все спать. Коровка спит. Спит, говорю, коровка. Молодец. Свинюшка спит. Свинюшка спит. Кто еще не спит? Так, сейчас мы посмотрим. О, привет. Я Мак. Ой, я Смертик. А тебя как зовут? Не рычи на меня. Не надо. Не хочу грех на душу брать. Не надо. Не надо, говорю. Успокойся. Говорю, успокойся и поговорим нормально. Что за люди здесь ходят? Я б не шел бы на человечка с топориком. Это все очень и очень странно. Зачем я постоянно хожу в дом? Я пытаюсь что-то отнести, а у меня и так ничего нету. А я помню его. Он в меня тогда стрелял. Ой, их двое? Не-не-не. Так толпу и могут. Гопота проклятая. Надо попросить ту овцу, чтобы она мне помогла одолеть их. О! Привет, Максик! Как у тебя дела? Видишь? Прекрасно все, замечательно. Слушай, а ты ночью, наверное, хорошо, да, видишь? У тебя глаза такие большие. Замечательно просто. А почему у нас так. окон нет? Смысл от дома, в котором нет окон. О, у нас есть лестница. Я тебе сказал что-то говорить? Нет. Так, сейчас. Надо вот так. Вот так и вот так. Отлично. Отлично. Теперь здесь светло, здесь тепло. Только все тепло через окна уходит. Окошки надо закрыть. Надо. Надо закрыть. Пойдешь утром за стекло. Так. Так! Что? Так! Ничего не делай! В смысле? Верни надо землю застеклить. На место. Холодно же. Не бей меня! Где? Ну все. А, ты меня бьешь, потому что кто я... ведет себя ты, плохо? Ты меня бьешь, потому что я мало земли принес. Сейчас, я еще... Вот иди сюда. Ходит на меня ночью здесь, нападает. Ну и кто теперь здесь крутой, а? Кто здесь крутой? Точно не ты. Точно не ты. Ну, ё-моё. О, друган идет. Пойдем к нам на чай. Ну, ё-моё, да? Ну, давай, ё-моё. Заходи, братан. Чаек будет? Что? Какого фига вообще? Почему он просто зашел и наперся? Смерти, какого хрена? Извини, это моя вторая личность. Я тоже сбежал. Смерти! Никаких зомби в нашем доме! Это никакой гость! Из земли на окна! Это наш гость! Нет гостя, нет проблем! Теперь нету гостя, слушай меня внимательно! Встань в угол! Вот этот! Встань в угол! А почему у нас дом такой стенки, маленький? К стенке! Надо две кровати! А вторая кровать... Стенки! К стенке! Хорошо, не ругайся! Попробуй! Больно же! Смертик, нельзя, понимаешь, нельзя, нельзя ничего домой никого делать. Водить?
Да. Ох, как же тусы! Мы будем устраивать тусы! Нет, не будем. Я увижу тусы, и эта палка окажется у тебя в пятой точке. В пятой точке? Ты про мой хвост? А, подожди, у меня ведь нет хвоста. Будет! Будет? Отлично, если будет. Так. А где кровать? Сейчас сделаю. Кстати, они какие-то странные местные жители, вообще ничего не делают. Я ну ему что, тут кто-то тебе что-то делал? Я ему тут отстроил все. Между прочим, кроваточка. О, пауки. Уходи, паук. Плохой паук. Не надо сюда идти. Вы не можете уснуть, пока рядом есть монстры. Откуда они знают, что Максик монстр? Что? Что? Подожди. Иди сюда. Иди сюда. Подожди, я что, в Австралии, что ли? Почему у меня здесь пауки так лазят? Уходи отсюда! Не твой дом! Вообще, по дому лазят, прикинь? Второй паук! Я точно в Австралии, походу. Так. Сейчас ты окажешься, знаешь, где у меня? В это, в чулане? А там еды много? О, строит, молодец. Правильно работает. Луна еще высоко, работать надо. Мне тоже надо. А, у меня молоточек почти это. Это. Я тут нового друга нашел. Что? В крышу убегай отсюда. Шахтер Валерий. Шахтер Валерьевич. Валерьевич, в гости пойдешь? Это тебя только попробуй! Прикинь! От тебя его так бомбит! Так, я сделаю скоро арбалет и буду по тебе стрелять. Так. Нужно, чтобы не проветривалось. Ничего. Чтобы все было хорошо. Теперь можно спать. Я тебе так... О, вот тот пропустил. Во, замечательно. У нас есть... Максик, у нас есть теперь землянка. Смертик. Да. Я тебя сейчас закопаю в этой землянке. О, наконец-то. Значит, за продуктами мне больше ходить не надо. Карантин! Да тебе карантин! Карантин! Тебе больше существовать не нужно будет. Говорит он мне так, значит, да. Вот ты сиди там под свежим воздухом. Что делать? Ребенок ребенком. Смертик. Да, я такой. Дурачок. Овечка не спит, овечке надо спать. Спокойной Кто ночи. Кто это сделал? Что? Кто окна закопытал? Тебе понравилось? Я так и знал, что тебе понравится. Я же молодец. Нет. Нет. Теперь у тебя новое задание, если ты готов. Какое? Найти песок. Песок? Пока не найдешь песок, не возвращайся сюда. А когда вернешься, этот факел окажется у тебя. О, этот факел окажется, знаешь, где у тебя? Павел Иванович, на чай пойдете? Павел Иванович! Павел Иванович, ну что вы так? А, он на чай хотел, я не дал. Так, подожди, мне надо за песком скинуть. Каменная лопата есть, стрелы, земля есть, лопата. Отдай мне меч, чтобы я мог защищаться. Нет! Пока еще песок. Это тебе наказание. Это наказание. Иди за песком с лопатой, бей монстров лопатой. А потом вернешься, я тебе нравоучительные уроки устрою. С твоим-то поведением. Мне кажется, хочешь? Максик какой-то дурачок. Пойду поищу Нет. песок.
А где, интересно, находится песок? Наверное, где-то возле моря. Так, надо найти море, надо не потеряться. Вот если я потеряюсь, Максик будет ругаться. Да я буду только счастлив. О, песок. Опа. О, я песок нашел. Тан-таран-таран. Максик будет доволен. Я буду самый лучший его ученик. Я не знаю, правда, кто это. Интересно, и много ему песка надо? Что ты подпеваешь со мной? А, кто здесь? Ясно. Так, я ведь песок добываю. О, спрут. Спрут, он крут. Он так крут, да. Так, а тебе сколько песка надо? Много. Я почему-то думал, что имею разговаривать под водой. Тебе кажется. Ну, можешь снова попробовать, если думаешь, что ты умеешь разговаривать под водой. А зачем добывать здесь, когда можно добывать здесь? Отлично, у меня есть лопата. Лопата? Это очень хорошо. Взял лопату и копаешь. Можно картоху потом посадить. Можно Максика посадить. Ну, на всякий случай. Я потом тебя тут так Интересно, я тебя слышу. Зачем ему песок? Он хочет сделать бутылку и сесть на бутылку? Что? Оп. Что? 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 И долго мы так перекрикиваться будем? Перекличка! Я копаю! Я не провалил! Так, всё-таки сколько тебе стекла надо? О, песка! Пока руки не устанут. Так я мощный, они никогда у меня не устанут. Ну, если отрублю, точно устанут. А, у меня лопата закончилась. Так что все, хватит с меня. Я сейчас принесу, Максик будет доволен. Так, а где мой дом? А, дом вон он где. Бегу быстрее к дому. Надеюсь, он там помер. Там рыба есть. И это, Максик, какая-то жесть. Свинюшки бегают. Хорошо нет, тут это... у вас. Он не помер. Кто это говорит? Максик, а почему у тебя такие глаза большие выразительные? Да я офигеваю, что ты выжил вообще! Тебе хватит 100 песка и 4 глины хватит. Есть. 4 хватит. Глины есть. Чего на. Еще тебе хватит? Смотри, там на улице валяется вкусняшка. Вкусняшка? О! О! Я же веган. Теперь больше не веган. Это так работает, что ли? Я. Ну, видимо, ну, ладно. Да. Ладно. Так вот. Смертик, запомни одну вещь. Какую? Никого не впускать домой. Ничего не ломать дома. Ни землю сюда не ставить. Камни сюда не ставить. И самое главное, Смертик, не будь таким жестоким. Не будь мной. Хорошо. Я-то такой жестокий, потому что тут живу уже сколько лет. А ты?
Что я? Я еще не сошел с ума, как ты! Это ты на всех нападаешь! Буль-буль-буль. Если будешь хорошо себя вести, я тебе буду давать интересные вещи. Например, я когда-нибудь сделаю тебе штаны. А у меня есть ботинки. У меня такие красивые ботинки. Они, знаешь, на что похожи? Они похожи на цемент на ногах, чтоб на дно тянул. Так что ж ты не утонул? А говно не тонет. В принципе, справедливо. И ведь не поспоришь. А знаешь, так, что ладно. Мне кажется? Максик, угу. Давай мы будем играть в игру, что как будто, знаешь, как будто мы в каком-то типа шоу снимаемся. И типа выпуск на сегодня закончился, ну чтоб окончательно не сойти с ума, потому что с нами больше никто не разговаривает. Давай? Ладно, ну тогда скажи хорошие слова. Скажи эти хорошие слова, чтобы те, кто, наверное, смотрели нас, понимали, что добро, оно должно существовать. Даже с таким сумасшедшим, как не я! Не бей! Подожди. Скажи что-нибудь хорошее. Я сейчас, возможно, скажу какой-то бред, я не знаю, я только что подумал. А, ребят, если вам понравился выпуск, то обязательно подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и напишите в комментариях. Я не знаю, что такое комментарий, может быть, вы где-то будете писать на этом, как он. На пергаменте или на камне. Подписывайтесь на канал Алексея Смертика. Я не знаю, кто это. Я не знаю, я только что придумал. И либо на канал Максимус Чаннел. Ссылочку вы найдете в описании, либо в комментарии. Если вам понравился наш первый выпуск, то обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик и оставайтесь с нами. И напишите ваше мнение. Так вот. Смертик. Слушай, а нам нужно придумать какое-то название. Допустим, оно может быть называться «Шоу Писклых». Или «Смертик и Максик». Или то и другое. Я не знаю. А пусть они и скажут. Да, пусть они и скажут. Ладно, давай с ними попрощаемся. Ладно, стой. Вот ты сказал хорошие слова. На! Вот. Я шапку тебе сделал. Отлично, надо у меня же. Теперь есть шапка. Теперь остатки мозгов не замерзнут. Теперь я могу. Тебе хорошо видно там. А что не так? Я только сейчас глянул. Ты только сейчас глянул. Красота, да? Да. Ребят, ну у нас вот такой вот был первый выпуск. Я не знаю, вообще стоит его вообще такой снимать или нет. Как-то это просто, мы его вообще планирующие в октябре того года. У нас еще как бы личности, они не сформированы. Мы только лишь стараемся, пытаемся. Поэтому, ребят, очень важно, напишите, как вам вообще. Поэтому Васильевич проскакивает местами. Да, тут много чего проскакивает, хриплый, только я не проскакиваю. Тут все проскакивают. Да, мы были звездами сегодня. Мы были с тобой как две звезды. Да. И этот меч не оказался у тебя вместо хвоста. Отлично. И это радует. Жалко, конечно, что мне хвост порубили. Ну да ладно. Ребят. Стоп, у тебя был хвост? О, подожди. Подожди, подойди ко мне. Нет, не пойдет вот так на заставочку. Ладно. Ладно, ребят, всем пока, увидимся. Увидимся. И это было шоу Писклых. Писклых. Похоже, я обосрался.